Итак, финские слоги. Это видео предназначено в первую очередь для людей с академическим подходом к образованию, с филологическим образованием и для тех, кто хочет вникнуть в детали строения финского языка. Ядро финского слога – гласное, длинное или короткое. В соответствии с правописанием, короткое гласное на письме обозначается одной буквой, а длинное – двумя. Как вы видите на примерах, ма – здесь длинное а, тули – длинное у и короткое и. В финском языке также встречается такое явление, как дифтонг. Дифтонг – это соединение двух гласных, и эти две гласные составляют один слог. В финском языке 18 дифтонгов. Их не нужно разучивать, вы можете их просто выписать в качестве справочного материала. Посмотрим схему дифтонгов просто интереса ради. Итак, берем финские гласные и э, передние гласные ы, э, э и задние гласные у, о, а. А теперь проведем стрелочки. В какие дифтонги могут объединяться эти гласные? Может быть дифтонг ие и обратный эй, ы, обратный и. И симметрично-зеркально объединяются и, у, у, и. Идем вниз. Ы и обратный. Ы. И опять же симметрично. О, оу. Теперь снизу вверх. Ы, и, а, и. Как видите, звук и очень популярный. Соответственно, симметрично идут дифтонги ой, ой. Звук э присоединяется к ю и, соответственно, симметрично к у. Остались еще две стрелочки. Ау, ау. Если вам это интересно, остановите видео и перепишите вот эту схему в типа дифтонги. Да? А мы идем дальше. Лето. Или ними могут состоять только из одной гласной, вроде длинной аму, или короткой. Омена. Или из дифтонга. Вы видите на экране примеры, в которых слова разделены на слоги. В начале слова все-таки чаще стоит согласное. Некоторые заимствованные слова могут, конечно, начинаться с двух гласных, иногда даже трех, но это большая редкость. Финский язык стремится избавиться от таких слов, сокращая количество звуков в начале. Например, в слове «трактори» фин очень легко потеряет первую букву «т» и скажет просто «рактори». А теперь два правила слогораздела. Правило первое. Слогораздел проходит всегда перед согласной, за которой идет гласная. Это значит, что если в слове чередуются согласная-гласная, согласная-гласная, как, например, в слове «тало», то очень просто. Мы проводим слогораздел между «а» и «л». Но если в слове есть подряд две согласные, например, «талоста», «с», «т», мы проводим слогораздел между этими согласными «с» и «т». Потому что в начале слога может быть только одна согласная. То есть мы не можем разделить на слоги «та-ло-ста», хотя «ста» представляет из себя окончание падежа. То же самое в примере «ванга». Мы проводим слогораздел между согласными, потому что в начале слога может быть только одна согласная. И то же самое в примере «матто». Если у нас три согласные подряд, как в примере «лампу», то опять же руководствуемся правилом, что в начале слога может быть только одна согласная. И проводим слогораздел между двумя «п». Второе правило. Слогораздел проходит между двумя гласными, если они не представляют из себя дифтонга. И помните еще про длинные гласные. К примеру, «лиан» – это генитив от слова «лика» – «грязь». Даже если мы не помним, что там в именительном падеже есть «ко», беглое «ко», которое потом уходит, и это нам подсказка, что «и», «а» относятся к разным слогам. Даже если мы этого не помним, мы можем проверить список дифтонгов и выяснить, что дифтонга «иа» не бывает. «Лау ан тай» – «суббота». Здесь в первом слоге у нас дифтонг «ау», второй слог начинается с гласной,
То есть слогораздел проходит между дифтонгом и гласной. Пэ-та, дифтонг ээ, второй слог начинается с согласной. То же самое в примере пайта. Вай-ке-а, в первом слоге дифтонг ай, а последний слог состоит из одной гласной а. То же самое с глаголом сануа. Как видите, ничего сложного в этом нету. Но почему же деление на слоги так важно для финского языка? Дело в том, что смены КПТ зависят именно от вида слога. Слог бывает открытым, если заканчивается на гласную или дифтонг, и закрытым, если слог заканчивается на согласную. В примерах киссан оба слога закрытые. Пэ-дан. Первый слог открытый, второй закрытый. Мус-тат. Оба слога закрытые. Теперь давайте посмотрим, как смена слога влияет на смену согласных. Для этого возьмем несколько слов и для начала разделим их на слоги. Посмотрите внимательно, как проходит слогораздел. Надеюсь, у вас получилось все то же самое. Теперь мы образуем множественное число от этих слов, то есть в конец мы прибавим «т», таким образом закрывая последний слог. Как только слог закрывается, в нем начинают происходить изменения. Например, «т» изменяется на «д» и получается «пэ-дат». Во втором слове «каппи» одна «п» пропадает, и слогораздел происходит по-новому, по-другому. Так, чтобы оставшаяся «п» оказалась в начале второго слога. То же самое происходит в словах «каупа» и «матто». В слове «коко» «ко» исчезает, а в слове «каупунки» «к» меняется на «г». Вот еще несколько слов для тренировки. Поставьте их в генитив единственного числа, то есть прибавьте в конец «н». Если хотите, поставьте видео на паузу и спокойно подумайте. А через 5 секунд на экране появятся правильные ответы. Надеюсь, у вас все получилось. И надеюсь, что это видео поможет вам грамотно писать по-фински. Еще раз отмечу, что эту информацию обычно не преподают на курсах финского как иностранного. Но если вникать во все детали, то это достаточно важные моменты. Интересного вам изучения финского языка! Нахрен тас! Хей-хей!